Добрый день, канал «Ленивая путешественница». Сегодня 7 ноября 2023 года. Мы находимся в Сиде, на пляже. Сегодня наш последний день отдыха. Мы уезжаем в Россию. 26 градусов. Держится уже третий день. Еще не идеально такая погода. Потом будет 22. То есть для нас, для нестатических россиян, это лето. Люди купаются, отдыхают. Мы сейчас на закрытого отеля, поэтому здесь мало людей. Но все равно вот больше пенсионеров стало, конечно, они все ходят утром, вечером, там далее. Вот. А вот где отели еще работают, отдыхают люди. То есть лето здесь продолжается. В этом году какая-то теплая, очень-очень хорошая. То есть 26 на солнце, до 28 разогревается, водичка теплая, волны такие тепленькие, вполне можно купаться, вода где-то 22 градуса. Вот, для нас это вообще шикарно. То есть последний, кто хочет сэкономить, в это время цены падают, потому что праздники прошли ноябрьские, можно вполне на неделю съездить, позагорать. Здесь ноябрь. Дождик там прошел, вчера что-то покапал, поплевал. Вот, но так особо не повлиял ни на что. Это не наши, наверное, дожди. Вот, а так, конечно, хорошо. Красиво, тепло, чистое море. Вот в основном во второй половине, когда водичка еще прогреется. Сейчас оно ходит вдоль моря ножками, так что берег тут прям шелковый. Всем пока, солнечной Турции.